Привет, мои дорогие, вы на канале по вязанию крючком и спецментали мастер. С вами Наташа, как всегда, и сегодня я предлагаю вам связать нарядный аксессуар отпускной, босоножки пляжные, да, босоножки без подошвы, украшения на ножки. Сейчас актуально, вы меня просили, и сегодня будет простенький вариант, и на днях я сниму посложнее, поизысканнее, но посмотрите, какие варианты здесь у меня. Дочка с удовольствием уже носит вовсю. Это прелесть бобинная пряжа лури, вискоза с прекрасным люрексом голографическим. Смотрится шикарно на солнце. Вот эта парочка. Поэтому радуйте себя, дочек и подружек. На ногах смотрится классно, одевается на второй пальчик, а не на большой, и красиво выглядит. Дочка у меня любит на большой пальчик надевать. И этот вариант — натуральный шелк, и присоединила я золотистый new glitter, если вы его узнаете, шнурковый, да, от Lana Gatta, прекрасный, с натуральным шелком. Ну что же, не будем затягивать, давайте вязать эту практичную и интересную красоту. Для того, чтобы наши ножки были нарядные, самые нарядные, на берегу морском или речном, и все обращали внимание, действительно все обращают внимание, красиво, вы можете вязать завязки самой разной длины. Это сейчас опять актуально, крест-накрест, в римском стиле можно длиннее делать, чем у меня. Буквально парочка перекрестий. Можно вязать очень длинные. Вы выбираете по своему вкусу. И вам потребуется совсем немножко пряжи. Я буду вам показывать, чтобы было хорошо видно. И начинающий тоже справится на белом. Белый вариант всегда актуален. Эджита. Это мерсеризованный хлопок, мой любимый. И крючок 3,5 у меня. Начинаем с колечка из воздушных петель. 5 воздушных петелек замыкаем в кольцо. Раз, два, три, четыре, пять. Соединительный столбик. Первый ряд у нас заключается в 12, в 9 столбиках без накида, провязанных в кольцо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Не обрезайте нить, мы обязательно ее зафиксируем и потом заправим хвостик. А в центре вы можете потом пришить страз или жемчужинку, все, что захотите. Соединительным столбиком заканчиваем ряд. Второй ряд мы вяжем цепочку из 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. И соединительным столбиком прикрепляемся в следующий столбик. Далее мы вяжем 2 цепочки по 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова соединительный столбик в следующий. Итак, у нас один листочек 12, 10, 10 и снова 12. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Соединительный столбик. Теперь снова 2 по 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1.
И второй. И снова 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. И осталось нам провязать 2 лепестка по 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И прикрепляемся в тот столбик, откуда мы начинали с вами. Но для того, чтобы не подниматься соединительными столбиками по первой петельке, лучше мы провяжем так. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Тут возможны два варианта. Далее 3 накида. И провязываем столбик с 3 накидами. Что у нас с вами получается? Вот 3 лепестка по 12 петель и между ними по 2 по 10. Давайте посмотрим. Вот они длинные 3, которые будут образовывать треугольник, и коротенькие. Третий ряд. 3 воздушные петли подъема вместо столбика с одним накидом. 1 петля поворота, и сюда же вяжем столбик с одним накидом. Далее 4 воздушные петельки и под следующий лепесток, под эту арку мы вяжем столбик с одним накидом, воздушная петля, и сюда же второй столбик с одним накидом, 4 воздушные петли, и продолжаем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом, 4 воздушные петли. Так весь ряд. Воздушная петля, столбик с одним накидом, 4 воздушные петли. Очень быстрый и хороший способ связать подарок, и не один. 1, 2, 3, 4. Вяжем так весь ряд, заканчиваем третий ряд, 4 воздушные петли и в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик. Четвертый ряд, последний. Мы с вами шагаем под арочку соединительным столбиком. Далее мы вяжем 3 воздушные петли и пико 3 воздушные петли. Вот 2 планки я ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Накид, столбик с одним накидом под арку. Далее 5 воздушных петель. Повторяем. Столбик с одним накидом. Пико, 3 воздушные петли. Провязываю пико, столбик с одним накидом, 5 петель. Теперь мы провяжем под пальчик петельку, столбик с одним накидом и вяжем в зависимости от размера ноги от 13 до 15 петель.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. И столбик с одним накидом. Сюда же. Так, под пальчик мы провязали. Здесь у нас спико. Далее 5 воздушных петель. Снова я вяжу столбик с одним накидом. Пико. Столбик с одним накидом. 5 петель и такую же галочку с пико. Пять петель. Итак, смотрите, это у нас низ на пальчик петелька, здесь у нас пико, идем дальше. Теперь мы провяжем галочку, но не одна воздушная петля будет, а 3, для того чтобы здесь прикрепить завязку. Столбик с одним накидом, 5 воздушных петель и снова 2 мотива с пико. Раз, два, три, четыре, пять и второй. Так, 5 петель, 3 петли, столбик с одним накидом и, наконец, мы заканчиваем петлю. Воздушными петлями перекрепляемся в 3-ю воздушную петельку подъема. Все, что нам остается, это прикрепить завязочки, заправляем нить. Обязательно, так как это аксессуар подвижный, сделайте дополнительный узелок, вот так, и как следует много-много раз заправьте кончик. И здесь в центре тоже обязательно так поступаем, продеваем кончик. И завязываем узелочек, можно несколько раз, и потом много-много раз заправляем. Итак, что у нас получается? Пальчик, 2 мотива, 2 и здесь уголочки, где мы должны сделать завязки. И мы здесь с вами прикрепляемся и вяжем завязку нужной длины, вот так, в среднем 120 петель. На конце вы можете прикрепить бусинку. Это просто цепочки из воздушных петель. Здесь и здесь. Вот и все. Очень просто, безумно быстро. У меня по 120 петель. Не самые короткие завязочки, но вы можете сделать еще длиннее. И в конце я завязала узелок двойной из самой цепочки с воздушных петель. Такой милый аксессуар. Я надеюсь, вам понравился мастер-класс. Обязательно сделайте ВТО отпаривателем или утюгом с отпариванием. Можно и прогладить, если это хлопок. И подарить. И модничать. Модничать на море, на пляже. Все, целую вас, обнимаю. Скоро увидимся, дорогие мои. Ставим лайк, если этот мастер-класс оказался для вас полезным. Мы скоро увидимся. Далеко не уходите. Я не прощаюсь с вами.
вас ждет очень-очень много интересного и полезного. Пока-пока. Прихватила с собой на море разные интересные, как вам и обещала, как вы меня просили, инструментики для изготовления кисточек. Будем с вами творить цветочных мотивов для вязания крючков самых разных. Поэтому обязательно будут мастер-классы, посвященные и этому. А я напоминаю вам, что у меня продолжаются новые акции в магазине до 11 июля включительно. Проходите на сайт магазина и смотрите, какие сейчас потрясающие скидки 15% на многие товары, какие я дарю подарки, бесплатная доставка от 10 тысяч рублей по России. Много всего интересного. Заходите и смотрите. Все ссылки я оставляю в описании под видео и дублирую в первом комментарии.